Небольшой лайфхак, как можно в программке Illustrator быстренько зарисовать какой-нибудь контур. То есть вместо того, чтобы брать кисточку и все это вот так вот вырисовывать по этим линиям, можно сделать следующим образом. Берем кисточку, которую вот эту вот, которая заполняет с площадью рисует, не линиями, а площадью, которую рисует. Смотрим наш контур и смотрим то, что у нас внизу, допустим, у нас открытая площадь. Если я... Короче, здесь нужно, чтобы мы наш рисунок сделали перед вот эти вот, вот так вот сделали. Видите, то есть, получается, мы, наш контур вылезает немножко за наше пятно. Вот с этой стороны так сделали, и вот здесь то же самое. Оп, да, у нас чуть-чуть вылезает, все нормально. Вот, это вот раз, что мы сделали. Далее нужно просто-напросто, давайте возьмем кисточку побольше, большое вот такое пятно, и просто-напросто все теперь сверху вот так вот закрасим. Быстренько, это самое, за края заходить вообще можно, это ничего не помешает. Теперь мы видим то, что вот это пятно у нас находится ниже, чем наши слои, чем наши контуры. Мы видим наши контуры. Выделяем, значит, наше пятно плюс наши контуры. Теперь берем инструмент, который называется Shape Builder Tool, либо Shift-M можно нажать, чтобы его включить. И смотрим, значит, у нас вот эта площадь, мы хотим, чтобы она была у нас, остался кусок, вот это делаем площадью. Вот этот маленький кусочек должен быть оранжевый, вот этот тоже к куртке относится, вот этот кусочек. И вот это наша рубашка до конца. Если бы тут в этот момент у нас, допустим, цвет вылез за контур, давайте покажу, цвет возьмем... Давайте делаем попроще утащить его. Вот здесь, наверное, попроще будет утащить. Возьмем этот контур и вот сюда его... Как тут много точек все-таки. Вот. Если вот этот кусочек вот так хотя бы будет стоять, то при выборе площади, которую мы хотим сделать, у нас инструмент скажет, что вот эта вот штука, она относится к этой. И разрезывание, вот это, разрезание от этого у нас не произойдет. Поэтому делаем все обратно. Вот этот кусочек обратно делаем. Так, вот так. Теперь снова выделяем вот контур плюс пятно. Инструмент вот этот. Клик сюда. И все. В принципе, наши контуры уже, наша площадь уже готова. Осталось убрать только лишнее. Выделяем черной стрелочкой лишние куски. Это у нас вот этот вот лишний кусок. Его удаляем. Ну и в принципе все. Остальное у нас четко порезалось так, как нам нужно. Идеально просто. Быстро и удобно. Спасибо за внимание. Всем пока.